Всем привет, и с вами Артём Мапс. И я сегодня уже второй день в Эстонии, так как я теперь, дорогие друзья и подписчики, переехал на лето в Эстонию, так что я буду здесь постоянно снимать видосики. Сейчас я нахожусь в лесу. К сожалению, я сегодня грибов не нашел, а нашел вот что. Чернику и землянику, что реально зашибись. И вон еще висят ягоды, прям так свежие ягоды, вон они, прям с куста сорванные, у земляники. Реально вкусно. Топчик черника такая, неплохая черника. В общем, как вы видите, дорогие друзья, в прошлой неделе я нашел там 5-7 грибочков, лисички. Ну, это было как бы маловато. Ну, не придется, просто я все равно их потом... Да потому что они такие, в принципе, пускай... Потому что они такие не очень хорошие были, поэтому пришлось все ставить. А ягоды зато набрал, и теперь на еду буду. Так что теперь с этого дня я буду официально все каждый день ходить. Ну, каждые выходные ходить в лес. Так что, в общем-то, вот такие дорогие друзья. Тем более, что я целое лето буду в Нарве. Еще помотаемся с вами по Эстонии. Так что, в общем-то, вот такие дела вот. Ха-ха, ясно, наконец-то. Как говорится, наконец-то я снова в Нарве. Господи, на целое лето. Вы представляете, дорогие друзья, на целое лето я в Нарве. Ну, тут, потому что дело в том, что, ну, как бы, ну, надо будет работу поискать. Ну, во-первых, потому что надо тут, как бы, работу сейчас будет поискать. И, во-вторых, просто, знаете, побыть здесь в Нарве хотя бы до осени. Так что мы еще свидимся с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. И всем пока. Та-та-ра-па-па. I'm loving it. Па-па-ра-па-па.